На благоустройство дворовых территорий областного центра в прошлом году было вложено свыше 40 миллионов рублей. Отремонтированные дороги, детские и спортивные площадки, ограждения – всего привели в порядок 16 дворов. Один из них на улице Почаевской. В этом дворе в рамках реализации госпрограммы сделали дорогу и установили тренажерный комплекс. В эксплуатации эти сооружения уже год, и по сей день они остаются в хорошем состоянии. Ходим, сами проверяем. Ну, не сказать, что ежедневно, так подходишь, все прокачивать. Но мы следим за тем, чтобы просто ничего не откручивалось, ничего не болталось. То есть прошел, посмотрел, не болтает. Если крутить никто не будет, и все будут нормально заниматься, как она предназначена для этого, не что-то там на углах бутылки открывать или еще что-то делать, а действительно заниматься спортом. Чтобы дать объективную оценку качества благоустройства, городская прокуратура проверяет объекты спустя год эксплуатации. В рамках рейда надзорное ведомство изучает досконально, на что конкретно были потрачены бюджетные средства. Помощник прокурора на месте сверяет, соответствует ли выполненное благоустройство заявленной смете и требованиям безопасности. Вот в обязательном порядке требования к безопасности детских малых архитектурных форм – это наличие ударопоглощающего покрытия. В соответствии с требованием ГОСТа, который регламентирует безопасность использования, оно может в том числе быть песчаным, что в случае падения ребенка, чтобы он не понес какой-то увечья здоровью. В итоге по благоустройству двора на Почаевской у прокуратуры замечаний нет, а вот к содержанию территории вопросы возникли. Надзорное ведомство порекомендовало чаще производить покос травы и обратить внимание на раскидистые деревья. Если не произвести в этом году опиловку, есть риск повреждения линии электропередач. Еще один объект проверки – двор у дома номер 9Б на улице Северная. Работы здесь были выполнены те же, что и на Почаевской. Жители преображением своего двора довольны, хотя во время проведения работ у них были замечания. Замечания были мелкие по устройству ограждения. Там были небольшие как бы заусенцы вот по краям. Просто в ходе установки ограждения указали на это замечание, подрядчик сразу это устранил. А вот помощник прокурора обратил внимание на качество дороги, ведущей в благоустроенный двор. Речь идет об асфальтовом покрытии вокруг коммунальных люков. Участок явно ремонту не подлежал. Представитель администрации надзорное ведомство заверило, эта дорога в смету не входила. Прокуратура в ближайшее время эту информацию проверит и в случае выявленного нарушения выпишет предписание его устранить. К слову, подобную проверку надзорное ведомство уже проводило в прошлом году по объектам благоустройства 2017 года. Нарушения выявлены были в части содержания детских игровых площадок и также в вопросах финансирования указанных программных мероприятий. Прокурором в том случае были приняты меры исчерпывающие прокурорского реагирования, внесены представления нарушителям и при осуществлении контрольных мероприятий прокуратурой было установлено, что все нарушения были устранены в полном объеме. В этом году проверка благоустроенных объектов займет 2 дня. В списке городской прокуратуры 16 дворовых территорий, 2 общественных пространства. Это сквер на Никитском бульваре и Соловьиный пруд. Ирина Шульга, Алексей Ковалев, телеканал «Вариант».